Гордое звание юнармейца в Омской области носит уже 1600 подростков. В лагере «Спутник» в рамках профильной смены ряды юнармии пополнили еще более сотни мальчишек и девчонок. Помимо отдыха, они получили новые знания по истории и краеведению, приобрели практические навыки по туризму, охране жизни и здоровья. Интересна эта смена тем, то, что проводятся военные какие-то занятия, сборка-разборка автомата, строевая подготовка, РХБЗ, стрельба. Больше всего для меня запомнилась укладка парашюта. Это воздушно-десантная подготовка, аббревиатура ВДП. Это невероятно, у меня папа десантник, как и брат. Поэтому замечательно это было для меня. Уже в таком юном возрасте эти мальчишки и девчонки с интересом приобщаются к военно-техническим занятиям, совершенствуют свою физическую форму и считают себя истинными патриотами. Активную гражданскую позицию среди подростков формируют на территории региона относительно молодое движение. В 2016 году зародилось вообще такое большое общероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия». В 2017 году мы активно включились в это движение, и первые дети у нас были посвящены на смене в палаточном лагере. Мы организовали 43 человека, которые хотели вступить в юноармейцы, и вот с того времени мы активно работаем. Если говорить про стационарную смену, то это третья стационарная смена для юноармейского движения. На завершении смены в торжественной обстановке новым активным участникам вручили знаки отличия движения. От такого необычного отдыха с друзьями юнармейцы будут пребывать под впечатлением еще долго. Если честно, изначально я думала, что смена будет очень тяжелая, потому что это военно-патриотический лагерь, юнармия, потому что здесь будет все по-взрослому, так и ожидалось. Но было намного легче, потому что у нас была дружеская поддержка, и нам было легко общаться друг с другом, потому что нас взвод очень быстро подружился. В региональном отделении движения уже строят планы на следующий год. Рассматривают вероятность создания юноармейских отрядов в каждом детском оздоровительном лагере. Ведь именно от всестороннего развития юных патриотов зависит будущее нашей страны.